первой половине июля сотрудники областной наркополиции вывели из незаконного оборота особо крупную партию марихуаны. В региональное управление наркоконтроля поступила информация о незаконном культивировании наркосодержащего растения, предположительно с целью его сбыта. После тщательной проверки оперативно-следственная группа осуществила выезд в один из районов области. С помощью служебной собаки сотрудники наркополиции обнаружили и ликвидировали насаждение конопли, а также специально организованное для ее сушки место с уже готовой марихуаной. Установлено, что общий вес изъятого наркотика составил около 2,5 килограммов. Возбуждено уголовное дело.